Ремонт улицы Черняховского продолжается. Подрядчики приступили к капитальному ремонту проезжей части. По начале работ водители, увы, не предупредили, поэтому с 5 фонтана до 10 апреля собралась внушительная пробка. Как проходит реконструкция дороги, расскажет моя коллега Татьяна Барумбей. Одесситы долго ждали хорошей погоды, ее же ждали и подрядчики. В разгар рабочего дня пыль, жара и пробки, выстоять в которых то еще испытание. Реконструкция этого участка дороги стартовала в начале марта. Рабочие занимались демонтажом старого дорожного покрытия и бортового камня. Теперь взялись за ремонт проезжей части. Ее замена, а также реконструкция тротуара должны были прийти к логическому завершению до конца этого года. Работы проводятся без перекрытия движения. Напомню, тендер на реконструкцию выиграла компания «Росдорстрой», которую связывают с действующим городским головой Одессы. Ремонт Черняховского оценили в 39 миллионов 300 тысяч с копейками гривен. Отмечу, что улица связывает район Фонтана и Адмиральский проспект с площадью 10 апреля, Французским бульваром, Аркадией и проспектом Шевченко и является одной из важнейших транспортных артерий Одессы. Состояние проезжей части на Черняховского не идеальное, но далеко не аварийное. Почему работы решили проводить под туристический сезон, когда дороги и без того перегружены? И есть более важные участки дороги, которые нуждаются в ремонте. Загадка, ответ на которую, возможно, знают в нашем муниципалитете. А пока терпим и пытаемся добраться до точки своего назначения. Татьяна Барумбей, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».